Так, друзья, это вторая часть третьего выпуска. Немножко так затянулся выпуск. Поэтому я остановился на двух копытах и как дамсе в их сравнении. То есть, если у вас есть 2000 кристаллов для улучшения как дамса на 100 уровень, обязательно покупайте его. Если нету, то два копыта. По поводу антивуду и хапокриста, только если у вас очень хорошие характеристики для вашего уровня, вы можете побеждать следующие уровни. То да, иначе нет. Забудьте об этих кристаллах на данном этапе. Ну что ж, ребята, вот немножко так не хватило, чтобы закончить выпуск. Пришлось снять и вторую часть. Поэтому, что я могу сказать? Задавайте свои вопросы, ребята. Мне очень хочется ответить на них. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про пальцы вверх, ну или вниз, ребята. Я не знаю, что кому как. И до новых встреч!